Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Вчера, друзья, я зашла в игру Gamly, такое у меня название, а так Gamly.gg. Значит, игра перспективная. Я вот честно хочу сказать сразу, я не люблю как бы вот в этих играх зарабатывать, потому как мало что там заработаешь. Но вот эта вот игра перспективна. Почему? Потому что пошли ютуб-блогеры как бы заходить в нее. И я начала искать информацию. И все с удовольствием здесь как бы начали зарабатывать и инвестировать. Но прежде всего хочу сказать, что здесь можно начинать абсолютно без вложений. Мне вчера девочка прислала на почту письмо, предложила зайти. Ну, естественно, когда перешла по ссылочке, меня зацепила она. Вот. Ну, естественно, я делюсь с вами. Значит, смотрите, игроков здесь уже более 10 тысяч. Пошли первые выплаты. И на более 16 тысяч уже сделан депозит. Вот. Ну, вот здесь вот эта игра, и зарабатывать можно здесь это все просмотреть. Далее здесь персонажи, которые мы будем покупать. Далее игроку заработок без вложений, как я уже сказала, вам не нужно инвестировать в игру, чтобы заказать выплату заработка. Минимальный вывод отсюда 10 центов. Ну, далее партнеру, рекламодателю. Что, ну и все. Значит, регистрация. Регистрация. Ничего сложного нет. Зашла я вчера поздно вечером в нее. Сейчас покажу вам регистрацию. Прописываем логин, email, два раза пароль. Создать аккаунт. Можно зарегистрироваться через соцсети, но я не рекомендую. Лучше по почте, как бы, потому что мало ли заблокируют соцсети, будет не зайти. Также есть телеграм-канал. Я подписалась на телеграм-канал. Есть телеграм-чат, но там одни иностранцы. Как бы я пока не добавлялась. Добавлюсь, если мне понадобится, я добавлюсь позже. Вот. Два раза пароль, создать аккаунт, кликайте, появится здесь капча. Разгадываем капчу и попадаем в кабинет. И нам при регистрации дают 100 тысяч самоцветов. У меня уже 89 тысяч. Естественно, я здесь уже погуляла по кабинету. Вот здесь будет совсем другая картинка. И вот здесь слева с меню будет обучение. Ну, как в играх. Кто играет в играх, заходит. Бывает обучение и все такое. Хотите, пройдите обучение. Хотите, нет. Я вам просто своими словами расскажу. А там уже зацепит вас, пожалуйста, заходите. Не зацепит, пройдите мимо. Вот. Нужно покупать. Вот нам дают бонус 100 тысяч вот этих самоцветов. На эти самоцветы нужно покупать вот этих. Вот здесь вот этих 5 штук надо. Значит, вот здесь нанять кликаете. Это на бонусные деньги. Подождите, нанять. А, вот здесь надо, наверное, собрать. Кликаю собрать. У меня 31 самоцвет. Плюс, вот видите, я собрала. Минимум собирать это от одного самоцвета. А теперь вот нанять. Ага, вот у. А, они уже наняты. 5 штук надо. 5. 2, 4, 5. Потом я уже как бы начала гулять. Я наняла вот этого еще. Как видим, так, здесь уроны находят. Убито противников. Нанято наемников.
наемники. Урон в секунду. Ну, здесь как бы статистика, это вы посмотрите. Так, значит, вот этого я наняла, этого я пока не буду нанимать. Можно любых потом нанимать. Вот сколько у меня там осталось. Ага, у меня 89 тысяч. 89. Значит, смотрите. Вот, за 25 самоцветов этих. Далее 750 самоцветов. И есть за 15 тысяч. А у меня там сколько? 80. Вот этого я вчера тоже прикупила. Я могу его еще одного нанять. Потому что там идет уже 250 тысяч. И, естественно, у меня столько нет самоцветов. Я вот нанимаю вот этого. Видите? Появился второй. Потом я могу еще нанять. Ага, вот у меня 74. И, наверное, вот этих всех и найму. На все остальные. Это бонусные. Я сюда не инвестировала. На все. Ну и все. Больше ничего. У меня 14 осталось тысяч. Как бы. Все. 6 штук. Так, давайте посмотрим. Здесь описание можно прочесть. Это все покликать, все изучить. Они будут приносить доход. Это я вам показываю игру. Так? Далее что? У меня счет остались монеты. Мне все равно этого мало. И я вот могу нанять вот этих. В общем, ну, можно, наверное, бесчетное количество. Я уже, знаете, подумал, что сюда как бы и закинуть. Вот у меня уже 108 тысяч урон в секунду. Здесь вот вкладочка «Собрать», и вы будете собирать вот эти монетки. Так, по игре я вам показала, да? Тут, кого заинтересует, погуляйте, изучите, почитайте. Ничего сложного нет. Значит, заработок. Это вам будет как бы все без вложений. Далее что? Есть у нас заработок. Вот серфинг сайтов. Можно проходить серфинг, как в обычном буксе. Серфинг сайтов. Смотреть, я думаю, по серфингу ничего тут сложного нет. Все мы умеем просматривать серфинг. Вот. Здесь дают самоцветы. Не деньги, а самоцветы. Вот на которых мы можем потом покупать вот этих персонажей. Так. Конкурс скоро. Квесты тоже скоро. Финансы. Кликаем финансы. Здесь купить самоцветы. Самоцветы, это значит инвестировать. Payr. Вот это платежная система. Visa, Мир. Ну и так далее. Как бы здесь есть рубли. USDT. Кликаем. Евро. Рубли. Криптовалюта. Пожалуйста, если вы будете сюда инвестировать, это на свой страх и риск. Я пока сюда ничего не закидывала. Вы же смотрите сами. Я вам даю информацию. А так, как говорится, дело хозяйское, друзья. Много криптовалют. На любую можно как бы инвестировать. Покупать вот эти вот самоцветы. Далее. Продать самоцветы. Это вывод. Так. Куда-то я не туда нажала. Подождите. Купить, продать. Угу. Есть вывод на Payr, естественно. Минимум. Это в рублях. Стоят рубли, видимо. 5 рублей. Если мы поставим USD, доллары, 10 центов. Минимально, максимально 2500. Комиссия от Payr 0,95. Также евро, рубли,
и криптовалюту. Можно на любую криптовалюту выводить. Но здесь уже смотрите, минимальная сумма BNB какая, минимальная сумма опять BNB. А, стоит. Но если, например, Tether, TRC20, минимальная сумма $5. И что здесь трон, например? А, 10 тронов минимум. В общем, ну, как-то так, смотрите сами по выводу. Транзакций у меня нет. Далее, рекламодателю. Кто у нас здесь? Партнеру. Опять серфинг. Партнеру. Так, рефералы. Здесь наши будут находиться партнеры. Так как я вчера зашла, я у себя на канале сделала пост, и ко мне пошли люди, как бы, естественно, добавляться. Так, ссылки и баннер. Здесь три реферальных ссылочки. Пожалуйста, любую копируем и делимся. Ну и баннеры, если кому надо. Так, общение. Это что у нас здесь? Профиль, друзья. Друзей нет, профиль. Далее что? Заходим в профиль, друзья. Значит, здесь статистика у нас идет. Наемники. Друзья, друзей нет. Далее что еще? Также здесь, вот видите, вверху телеграм-канал, телеграм-чат и новости. Далее. Аккаунт. Ну, здесь вот как бы тоже статистика, запуск игры. Кстати, стартовала игра 14 числа. Игра новая, как бы. Потому как можно заработать. Так, подождите. Так, аккаунт настройки. Ну, можно аватар, как всегда, загрузить, да? Здесь никнейм, ID-код, ну и реферальная ссылочка. Также можно добавить социальные сети. Далее. А, нет, друзья, подождите. Это основная безопасность. Не все показала. Значит, изменить пароль. Далее. Здесь вот код, пароль. Вот здесь нужно ввести от 4 до 8 цифр. Я не вводила ничего. И установить код, пароль. Он нужен будет при выводе денежных средств. Вводим пароль сюда, как бы, и сохраняем. Это я все сделаю позже, так как мне пока выводить нечего. И, ну, естественно, я установлю. Понимаем, да? Так, но транзакций у меня нет. Транзакций, как я сказала, я сюда ничего пока не депонировала. Ну и рефералы я вам показывала вот здесь. Ну, в принципе, и все. Далее, что еще хочу сказать? Вот основное. Аккаунт, настройки, статистика, помощь. Вроде везде. А, часто задаваем вопросы. Здесь как бы можно это все тоже почитать. Я начала искать информацию, и я зашла на YouTube от gamely.gg. Забила, почему. Я вам говорю, что стоит обратить внимание. И все уже как бы блогеры начали как бы уже
делать видеообзор по игре. Потому и говорю, что нужно обратить внимание. Игра стартовала 14 числа. Сегодня у нас 18. Вот. Я не предполагала сегодня писать видео, так как выходной, как бы, да. Вот. Ну, так получилось, что удалось. И это хорошо. Кому интересно, заходите, пробуйте без вложений. Как бы вот здесь вкладочка «Играть», это вот сюда нас перебросит на игру. Вот. Ну и можно на серфинге зарабатывать. Вам дают как бы вот эти самоцветы. Вот у меня 3 самоцвета. Минимум 1 самоцвет, чтобы собрать. А у меня же 3.72. Собрать. Видите, я собрала. Вот. Ну, как-то так. Кому интересно, заходим. Не интересно, пройдите мимо. Как говорится, это интернет. И вы сам себе начальник. Ну, а как выведу денежные средства? Естественно, я по выводу запишу видео. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!